Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 27 сентября – день воздвижения честного и животворящего креста Господня. Сегодня отмечают воздвижение честного и животворящего креста Господня. Этот церковный праздник был установлен в честь обретения креста в IV веке. Крест был найден царицей Еленой. Она организовала раскопки. Обнаружили пещеру гроба Господня и недалеко три креста. Чудо помогло узнать, где находился крест, на котором распяли Иисуса. Больная женщина прикоснулась к нему и исцелилась. В церквах сегодня совершаются праздничные мероприятия. Народ идет в храм, а уж потом приступает к повседневным делам. Название этого праздника нашло свое отражение в пословицах и поговорках. На воздвижение осень лето отодвигает. В этот день постились, ели в основном капусту. Отсюда другое название этого дня – капустник. Готовили пирожки с капустой, а вечером устраивали посиделки, капустные вечеринки, которые могли продолжаться несколько дней. И если девушка, собираясь на посиделки, прочтет определенный заговор, то может встретить своего суженого. За 3 дня до праздника воздвижения убирали все корнеплоды, свеклу, морковь, картофель, брюкву и иные. Утренние заморозки могли погубить урожай. В садах начинали садить яблоню или смородину. Это можно было делать аж до середины октября. Сегодня не планировали важных дел. Запрещалось отправляться в лес, чтобы не потревожить медведя, который себе берлогу устраивает и потому зол. Верили и в то, что сейчас леший свое царство осматривает, а потому на глаза ему лучше не попадаться. Приметы. Если гуси высоко летят, весной будет большое половодье и наоборот. На воздвижении не следует начинать важные дела и ходить в лес. Если сегодня дует холодный ветер, лето будет теплым. Обеззараживает ротовую полость и, кстати, и кариес будет уходить. Поэтому хорошая профилактика ангинам и плюс наличие витамина С, естественно, еще вдобавок укрепляет наш организм. Вот поэтому полость рта можно прекрасно лечить от разного рода стоматитов, от разного рода кариеса, от разного рода ангин, простуд с помощью клюквенного морса. Можно ее использовать и при гипертонической болезни. Также хорошо использовать клюквенные напитки в послеоперационный период, для того, чтобы быстрее организм наш восстановился. И, кстати, вот этот вот напиток еще, чем он знаменит? Он знаменит тем, что он еще предупреждает образование камней в почках. Поэтому, если у вас есть предрасположенность к камнеобразованию в почках, то по стаканчику 2 раза в день перед едой вот этот вот напиточек клюквенный употребляете. Отличная будет профилактика. И механизм действия, почему это происходит? Потому что урсоловая кислота клюквы, которая здесь содержится, оказывает мочегонное действие. Она полезна при заболеваниях мочевыводящих путей и печени, а также при ревматизме и малярии. При малярии, я уже указывал, живут личинки малярии в крови, разрушают красные кровяные тельца, и поэтому человек болеет. Для того, чтобы их быстренько вывести из организма и очистить кровь, мы применяем клюкву, этот напиток. Она является, клюква, хорошим жаропонижающим средством, поэтому ее можно применять при различных лихорадочных состояниях, когда температура тела повышается. Также она хорошо утоляет и жажду. О чем я говорю? Как я указывал, хорошо сочетать клюквенный сок с настоем шиповника, а вот сок с медом 1:1 полезен при бронхите и ангине, о чем я уже указывал. Кстати, и мы с вами можем сделать сейчас этот сок. Делается он довольно-таки просто. Мы с вами возьмем клюкву. Вот она у нас есть, клюква, остаточки. На наш любимый блендер. Измельчаем.
Все мы с вами измельчили. Теперь берем сок клюквенный. Здесь он уже не разбавлен водой. И наливаем. У нас тут получилось пюре. Что надо сделать? Просто-напросто взять и еще отжать через марлечку. Но не обязательно это делать. Мы берем 2 столовые ложечки, даже 3 столовые ложечки вот этой пюрешки из клюквы. Добавляем сюда мед, равное количество, то есть также 3 столовые ложечки мы с вами добавили. Все это хорошенько перемешиваем и будем принимать. Оказывается, именно сок клюквы с медом в пропорции 1:1 полезен при бронхите с кашлем и ангине. Также клюквенный сок назначают при гинекологических воспалительных заболеваниях, туберкулезе легких, малокровии, головной боли, атеросклерозе. Значит, как я уже говорил, значит, он улучшает аппетит, способствует усвоению пищи. Особенно это хорошо тем, кто страдает в пожилом возрасте. Усиливает выделение желудочно-кишечного сока, а особенно сока поджелудочной железы. Вот, поэтому соком клюквы успешно лечат гастриты с пониженной кислотностью. Но при повышенной кислотности он противопоказан. А также воспаление поджелудочной железы. Поэтому, если у вас часто такое случалось, кстати, боли так полкообразные после приема там жирной, жгучей пищи, алкогольного отравления, очень хорошо его использовать. Значит, дозировка выбирается индивидуально. И сейчас я попробую, что у нас получилось. Ой! Из всего, что я пробовал, вот это оказывается самое лучшее, самое мощное средство действительно для стимуляции пищеварения. Сразу же выделяется слюна, сразу же выделяется, заработал желудок, кишечник. Поэтому используйте клюкву для своего собственного оздоровления. Помните, что она противопоказана при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Ею можно протирать пролежни, ее можно применять для удаления пигментации на шее и лице и, естественно, для укрепления своего собственного организма. Используйте для собственного здоровья. Доброго вам здоровья! Восьмые лунные сутки. Ввиду того, что энергетика этих лунных суток очень благоприятна и гармонична, ее олицетворяет с лотосом. Сегодня поддерживайте у себя приподнятое возвышенное настроение. А чтобы удержаться на волне гармонии и благости, которую несет этот день, контролируйте свои эмоции. Обязательно сделайте себе праздничный обед из красивой, вкусной и легко перевариваемой пищи. Не следует сегодня тяжело физически трудиться. Все должно идти легко и радостно, доставлять удовольствие и не нарушать гармонии окружающего вас мира. Сегодня снятся вещи и сны. Отнеситесь ко всему, что вам приснится, серьезно. Ведь сны, как говорили древние мудрецы, это послание нам из будущего. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!